Привет, друзья, меня зовут Иван. Сегодня мы с вами попробуем создать канал на Рутубе. Дело в том, что недавно я пускал видео, как создать канал в ВК, и это получило довольно большой охват, потому что там есть определенные сложности. Ну, а в Рутубе вроде как таких сложностей быть не должно. Но так или иначе, многим это в наше время нужно для того, чтобы перенести контент с других площадок. Ну, и у Рутуба есть неплохая, в принципе, монетизация, хоть она и доступна только самозанятым. В общем, давайте попробуем пройти весь этот путь с нуля. Я не помню уже, как я создавал там канал. У меня есть канал на Рутубе, можете на него пройти вот по ссылочке в описании. Ну, у меня есть еще канал «Места и впечатления», где я выкладываю ролики о путешествиях. И как раз в видео о создании канала на ВК мы создавали канал сообщества именно для этого ресурса о путешествиях. Ну и сейчас я просто хочу продублировать этот канал «Места и впечатления» также на Рутубе. Попробуем создать. Давайте с нуля прям поехали. Открываем браузер, заходим на Рутуб. rutube.ru. Видите, у меня уже есть там канал, он на него показывает. И если я зайду, он покажет мне уже мой канал. Для того, чтобы создавать новый, нужно выйти. Наверное, нужно сделать фоторегистрацию. То есть, если не зарегистрироваться, то и нельзя создать канал. Для регистрации используем другой email-адрес. Ну, в общем, что-то я не вижу, чтобы можно было на одну учетную запись создать еще один канал. Ну, судя по всему, такого нет. Ну, ладно, в общем, не нашел я, как создать дополнительный канал к тому же учетному адресу. Поэтому будем создавать к другому. Places Impressions Mail.ru. Вот такой у меня адрес есть. Даю согласие зарегистрироваться. Сейчас мы посмотрим на email, который нам пришел на этот адрес. У меня для этого вот есть специальная папочка вот здесь вот. Пришло на основной адрес. У меня стоит переадресация. Вот 9704. Вводим 9704. Оп, все, мы зарегистрировались. Теперь у нас есть учетная запись. И канал наш называется вот так. Channel бла-бла-бла-бла 5443-39736. Вот и все. Собственно, получается, что мы попали сразу в студию, где мы можем загружать видео. Мы можем загружать видео, но для начала я бы хотел вообще-то оформить канал. А то у меня какой-то тут непонятный стоит утенок. Название канала же надо сделать. Добавьте описание канала и так далее. Главное, нужно же как-то мой профиль, да? Имя и название канала. Изменить личные данные, мы говорим. И название канала у нас будет «Места и впечатления». Дата рождения, ну не знаю, это тут вроде не важно. Пол тоже не важно. Добавить телефон. Ну, телефон мы потом добавим. Задать пароль. Давайте зададим пароль. Код из письма. Опять код из письма. Так. Сработало. Придумайте пароль. Так. Изменили. Так, сохранили. Здесь картинка. Картинку я хочу поменять. Его можно и тут поменять, и там в свойствах канала. Картинка у нас находится на сетевом хранилище. Канал, оформление канала. Вот наши картинки. Я хочу выбрать картинку PNG. Вот мы здесь с моей прекрасной дорогой подругой. Выглядим как очень крутые два блогера. Как вам? Мне нравится. Так, уже хорошо. Мне уже нравится. Что здесь еще есть? Уведомления, подписка, комментарии, загрузка. Это все можно потом настроить. Устройство, управление подписками, интересы. Это пока мы профиль настроили, да? Ну, его можно закрыть, перегрузить студию. Вот, теперь уже видно, что у нас есть название, но нет описания. Вторым пунктом загрузим обложку канала. Обложка канала у нас есть для всех каналов. Вот, прекрасно выглядит вообще. Даже ничего менять не надо, добавить. Так, обложку добавили. Теперь пойдемте в наш ютубчик и заберем оттуда описание нашего канала. Даже надо, наверное, не в ютубчик идти, потому что он, естественно, тормозит. А нужно идти ВКонтакте, в наше сообщество, которое мы создавали в предыдущем ролике про создание канала в ВК. Посмотрите его, если вам актуально. Вот наш канал «Места и впечатления». Заходим сюда, управление. И вот отсюда мы берем описание. И сюда вот мы его вставляем. Сохранить. Смотрите, прекрасно, прекрасно. Уже у нас есть новый канал, поздравьте нас. У нас, правда, нет ни одного видео, ни одного плейлиста, трансляции, монетизации и так далее. Вот настройки канала я перешел, и уже видно, что у нас все есть. Фото, обложка. Перейти на канал для просмотра. Если я нажму в новом окне, новой вкладке, да, то мы увидим, что у нас вот есть адрес канала нашего. Вот он. Его можно уже сохранить куда-нибудь в закладочке, да. И проверим сейчас. Вот он. Вот он. Его надо просто переименовать. Изменить называется. Назовем МИВ Рутуб. Сохранить. Еще, насколько я помню, можно вот этот вот адрес ссылки на канал поменять. Но его можно будет поменять только с какого-то момента. То есть нельзя его сразу поменять.
А, этот функционал доступен для верифицированных пользователей, получивших уникальный знак подлинности канала. Они смогут изменить ссылку формата вот это вот на вот это вот название канала. Ну, то есть для верифицированных пользователей это что значит? Что вот, например, у меня есть... Давайте быстренько выйдем и зайдем в другую учетку. У меня здесь есть верифицированность, уже статус верификации, студия, да? Вот видно, что у меня галочка синяя. И поэтому я могу в настройках поменять вот этот URL канала. Вот, кстати, подписывайтесь на канал в Рутубе, на мой. А для неверифицированного еще пока пользователя, вот мы сейчас выйдем и войдем в вот в этот другой канал. Пока нельзя поменять ссылку, потому что мы еще не достигли такого статуса. Чтобы его достигнуть, нужно загружать видео, набирать просмотры и, соответственно говоря, тогда вам дадут такие права. Ну что ж, давайте загрузим наше первое видео, да? Чтобы загрузить видео, переходим в загрузку видео, выбираем файлы. Здесь довольно все просто должно быть. Давайте выберем что-нибудь самое первое, да? Выберем Гурзуф обзор. Вот у меня есть вот такой вот Гурзуф обзор. Я два раза щелкаю и начинается загрузка. Остальные материалы, кроме обложки, которая у меня есть обложка. Идем вот обложка, забираем ее отсюда. Все описание я могу взять из ВК или из Ютуба. Ютуб меня сейчас будет тормозить, поэтому на этот счет у меня есть резервный ВК канал. Я захожу в него, перехожу в раздел видео, тогда я попадаю сразу в студию канала. Об этом видео еще раз говорю, записывали уже, поэтому можете пройти туда, и я посмотрю здесь. У меня вот есть Гурзуф обзор, да? Давайте, например, отсюда заберем описание. Описание и название. А, вот, карандашик появляется. Просто нужно в нужное место нажать. Вот он, я Крым, вот карандашик. И вот я мог сюда попасть. И здесь я тогда вот так вот делаю. Конечно, этот видеорепортаж, так называемый слайдкаст у нас уже довольно старый. Но все равно, наверное, надеюсь, будет интересно. Это, по-моему, было в 20-м году, по-моему, или 19-м. Так, категория. Выбираем категорию путешествия. Есть тут такая? Должна быть. Путешествие. Доступ для всех. Плейлисты. Пока у нас нет плейлистов, мы их еще ни разу не создали. Загрузка 99%, 100%. Ну, пока идет загрузка, уже можно было бы опубликовать, но нельзя. Почему? Вроде все заполнил, да? Может быть, после обработки можно? О, все, загрузка завершена, можно опубликовать. Публикуем первое видео на канале в Рутубе. Опубликовали. Смотрите, теперь у нас появилось видео. Теперь переходим в раздел «Плейлисты» и можно создать плейлист. Назовем этот плейлист «Крым». У нас все будет так же, как на всех каналах, на Ютубе и на ВК. Крыму посвящен этот плейлист. Создать. И, собственно, тогда мы вот это видео можем уже добавить в плейлист, который у нас Крым. Она возьмет сама обложечку наверняка. Все. Видео добавлено. Плейлист есть. Главное, в студии все заполнено. 75%. Почему? Чего-то тут надо еще. А, нужно опубликовать 10 видео, тогда будет у нас полностью заполненный профиль. Я не буду никакие видео тут переносить. Мне кажется, это плохо сработает. Всегда лучше описание менять. Вот, например, я пойду в видео и посмотрю, какое у него описание. Все тут вроде нормально. Единственное, можем добавить наш канал в Рутубе и дать ссылку на наш канал в Рутубе. Она же у нас вот она. Вот, да? Вот, теперь он есть. Сохранить. Ну, друзья, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на мой канал, на мои каналы, все, которые вы нашли в описании к этому видео. Ставьте лайк, если вам понравилось, было полезно. Поделитесь с друзьями, знакомыми, кому актуально создание канала в Рутубе, они не знают, как это сделать. Видите, все-таки тонкие моменты есть какие-то, есть вопросы, на которые в этом видео мы ответили. Я постарался вам помочь. Спасибо, что смотрели. Пока!